Всем привет! Лучшим вопросом, заданным под видео, я выбрал вопрос Павла. Павел спросил о том, как правильно выбирать бизнес-партнеров для своего бизнеса. Павел, я считаю, что ответ будет несколько парадоксальным, потому что, с одной стороны, бизнес-партнеры должны обладать единой системой ценностей, это очень важно, чтобы говорили все на одном языке, чтобы руководствовались одними и теми же моральными и бизнес-ориентирами, но, с другой стороны, очень важно, чтобы партнеры не были копией друг друга. То есть очень важно, чтобы все-таки партнеры при этом по-разному смотрели на те или иные вопросы, для того, чтобы во время обсуждения каких-то вопросов был, что ли, 3D, взгляд на вещи, было бинокулярное зрение. Вот. И вот с одной стороны, вот партнеры должны быть похожими, а с другой стороны, разными. И вот этот симбиоз какой-то очень такой тонкий, кстати, вот очень важно попробовать соблюсти. Это по моему мнению и, кстати, из моего опыта. В качестве подарка за ваш вопрос мы вам отправляем несколько комплектов наклеек, стикер-паков нашего QR-кота, который живет в нашем мобильном приложении Monobank. В том числе там будет один стикер-пак, который достаточно редкий. Я знаю, что даже на OLX люди за ним охотятся за большие деньги. Вот, собственно, вот этот комплект наклеек мы вам отправляем в качестве приза. Спасибо за ваш вопрос. Пока!